Здравствуйте, друзья! Перед вами куст винограда «Отец Владислав». Это виноград собственной селекции. Такого вы навряд ли где-то найдете у кого-то. Вот. Это выращен из семян виноград. Рос он у моего отца сначала несколько лет. Он его не обрабатывал, осы его били сильно. В общем, в итоге подрезался непонятно как. В общем, урожая не было, и мы толком не пробовали, перегружался куст. И, в общем, мы толком не пробовали этот виноград. Я у него взял несколько черенков, и вот один кустик вырастил для себя. У меня вот он плодоносит уже второй год, кустику 3 года. Вот он плодоносит у меня второй год. Вот такая вот нагрузка. По 2 грозди на побег я оставил. И на слабых побегах по 1. Вот на усиках вот такие. Очень крупный виноград. Малинового цвета грозди. Ну, вот нагрузка, чтобы вы понимали. Вот такая вот. Это один кустик. Кустику 3 года. Вот. Вот так вот он идет. По размеру он чуть мельче, чем монарх. Но ягодки тоже, в принципе, он еще до конца не созрел. Сегодня 31 июля 2020 года. Ну, вот на сегодняшний день он выглядит так. Во вкусе у него. У него тонкая шкурка. Во вкусе напоминает он виноград Ливию. Но аромат у него немножко отличается от Ливии. Цвет отличается от Ливии, форма ягод отличается, и устойчивость у него. Я его практически в этом году не обрабатывал, практически я к нему не подходил. То есть вот видно, листики в принципе чистые, хотя сейчас идет вспышка мильдью на винограде, прошли сильнейшие дожди. Ну, темно-зеленые такие листья у него, плотные темно-зеленые. В принципе, виноград великолепный. Вот, тоже оставлю его у себя на участке. Вкус описать очень трудно. Надо брать и пробовать. Вкус великолепный. Тонкая шкурка. При еде не ощущается. Очень ароматный. Еще до конца не созрел. Я думаю, еще дней 10 ему висеть до полного созревания. Естественно, вот эти все ягодки, которые зелененькие, они окрасятся, будут вот такого малинового цвета. Хороший пруиновый слой на них, не растрескивается. И пока у меня осой не бьется. То есть вот так. Единственное, он у меня припекался на солнышке, я осветлил грозди, листья поубирал. И он припекался на солнышке. Вот видно, один из остался, вот, вот ожог солнечный. Вот остальные ягодки я поубирал. А так, в принципе, виноград, вон, видно, прям в сорняках растет. Здесь растет у меня мята. То есть, в принципе, абсолютно неприхотливый. Классный сорт винограда. Тоже буду оставлять, буду размножать. Виноград великолепный.